Привет, Лёшка, на проводе коротенько море посыпалось, все-таки посыпалось. Почему мы об этом знаем? Какие есть знаки, которые нам об этом показывают? Когда море дорожает, все морские линии орут во весь голос о своем подорожании. Для чего? Для того, чтобы показать своим сотрудникам, соратникам по борьбе, по ассоциации, что они первые выполняют все договоренности и цены повышают. Когда цена понижается, об этом никто не говорит, потому что, это всегда кулуарно, не надо показывать конкурентам, что ты цену понижаешь. Б, если резко не понижать везде, то кое-где можно хорошо заработать, либо дать заработать своим доверенным лицам. Как я понимаю, что пошла цена вниз, кроме того, что я вижу цены от разных компаний? Проходит через мои руки очень много коносаментов, и я вижу самое интересное – удивительные натифай в этих коносаментах. Натифай такие, что понятно, что через эти натифай организованы хорошие сервис-контракты, организованы хорошие китки по цене. В принципе, вот и вам знак, который говорит о том, что море падает. Берегите себя пока.